Вы постоянно откладываете телефонные звонки. И это становится уже неприличным. А можно ли от этого избавиться? Можно ли сделать так, чтобы получать удовольствие от телефонных звонков? И даже от одной мысли, что вы сегодня будете совершать телефонные звонки. Все, что вам нужно, это положить рядом с собой телефон и думать о том, что вам нужно совершить важный звонок. И вы почувствуете неприятное ощущение. Все, что от вас требуется, вы сделали. Вы надеваете наушники и продолжаете накручивать себя. Да, мне нужно сегодня позвонить, срочно позвонить. И вы испытаете неприятное ощущение, душевный и физический дискомфорт. Аппаратная психотерапия вот этот дискомфорт убирает. И уже через пару сеансов вы заметите, что вы смотрите на телефонный аппарат. Вы думаете о том, что вам нужно позвонить, но при этом вы не испытываете никаких неприятных ощущений. Этого мало. Ведь мы с вами хотим добиться того, чтобы вы получали удовольствие от телефонных звонков. Продолжайте сеансы. Просто продолжайте. И еще через несколько сеансов одна мысль о том, что вам нужно позвонить, будет вызывать у вас счастье. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Не откладывайте их на потом. Звоните по телефону сразу, как это потребовалось, быстро, и получайте от этого максимальное удовольствие.